вот к моим выступлениям. Семь утра, чердак за садом, я лежу в тисках доски, словно червь сосет досада, что живу мне по-людски. Понуждаемый заботой о семье и о деньгах, когда вздумал заработать, оказался на бабах. Видно, ангел мой хранитель стал тут дни не с той ноги, оплели паучьи нити, раз проклятые долги. Стал я дерганый и тощий, а и не забыл и сне, должен мафии и теще, и супружий долг жене. Но с женой и с тещей проще, долг жене отдал сосед, и с тех пор у бывшей тещи на мой счет претензий нет. Ну а мафии хоть тресни вынь, что должен, да положь эту же мафию, как песню, не задушишь, не убьешь. Чтоб долгами расквитаться, есть на свете два пути. Или в дилеры наняться, или в киллеры пойти. В дилера меня не хочет, слишком много дилеров. И пришлось идти, где мочат супермены фраеров. Вот и первое задание, вот и первый мой объект. 7:15 возле здания нарисуется субъект. Тот, кому все силы некто приказал недолго жить, мне положено субъекта раза уложить. 7:15 вышла жертва без охраны налегке, ей осталось жить 2 метра, замер палец на курке. Только вдруг моя винтовка просто выпала из рук. Да ведь это ж Першин Лука, да ведь это ж мой друг. Ну несчастье, ну засада, невезение, хоть плачь. Мне же так стрельба не сахар, я же все же не палач. А валить друзей под корень невозможнего 100 крат. Уходи скорее, кореш, уезжай быстрее, брат. Вот и все, уехал Вовка. Бог бедняге помоги, а со мной моя винтовка, а со мной мои долги. И с моей судьбой, заразой, наконец я разберусь. Уж себя-то с одноразом как-нибудь. Не программа от нас. Здорово. Браво, молодец.